То есть мы это с командой решили, и вся команда решила это делать. Поэтому присоединяйтесь, выходите наперед, и мы сегодня будем реально воевать. И Бог нам дал одно место, из которого мы сегодня будем исходить. Оно будет перед вами, и пусть это поможет вам оттолкнуться, это направит ваш ход молитвы. Я быстренько зачитаю его. Это Иаиль, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Трубите в рог на Сионе, бейте тревогу на моей святой горе. Пусть трепещут все жители земли, потому что наступает день Господень. Этот день уже близок, день тьмы и мрака, день туч и мглы. Подобно утренней заре распространяется по горам многочисленный и сильный народ». Такого не было с древних времен и не будет в будущих поколениях. Перед ними пожирающее пламя, а позади опаляющий огонь. До них земля, как Эдемский сад, а после них, как выжженная пустыня. И никому не будет спасения от этого народа. Это мы просто... Дьявол реально выдал себя. Он понимает, он выдал, что он боится. Я знаю то, что мы воевали в прошлую пятницу, мы не просто так здесь кричали, мы не просто так Бог показывал эти вещи, уже война началась. То есть уже тогда Бог уже выслал свою армию, Он выслал ангела Михаила с его армией, потому что реально столкнулись, это не просто мы не против бесов, реально вышли в мироправители, чтобы противостоять этому. То есть это идет война на жизнь и на смерть. Вот, поэтому мы сегодня не будем шутить, и мы относимся к этому очень серьезно. Вот. И приготовьтесь к войне, настройтесь на войну. Война может пойти по-другому, это не значит, что мы теперь будем тут кричать. Может, Бог будет высвобождать танец войны, может, это будут какие-то крики, может, это слушайте Духа Святого, как Он вас ведет. И мы будем провозглашать, потому что мы знаем, что победа за нами, уже все решено. Нам просто нужно высвободить звук, нам просто нужно провозгласить Его победу. Спасибо, Отец. Спасибо Тебе, Отец, за Россию, Господь. Спасибо Тебе за Пермь, Отец. Мы высвобождаем Твое присутствие, Господь. Мы высвобождаем Твое присутствие над этим городом и над этой страной, Отец. Мы высвобождаем вихрь Твоей славы. Мы высвобождаем ураган, Господь. Ураган, Господь. Ураган Твоей славы. Ураган Твоей славы. Ураган Твоей славы. Ураган Твоей славы. Захвати, Господь, Россию. Захвати, Господь, Россию. Мы провозглашаем Твою победу. Мы провозглашаем огонь. Ураган Божьей славы. Ураган Божьей славы. О, во имя Иисуса Христа. Силы ада рушатся. Силы ада рушатся. Силы ада рушатся. Силы ада рушатся. Никто не устоит перед этой армией.
никто не устоит, потому что всемогущий впереди нас, всемогущий впереди нас, всемогущий впереди нас, всемогущий, всемогущий Господь, всемогущий Господь, всемогущий Господь, это Твоя война, это Твоя война. Слава, Отец! Слава, дай над этим регионам! Слава, Господь! Эта конференция состоится! Твоя слава упредет, Господь! Твоя слава, Господь, покроет этот город! Твоя слава покроет этот регион, Господь! Мы не сдадимся! Мы не отступим назад! Высвобождаем ураган славы! Высвобождаем ураган славы! Высвобождаем ураган славы! Ураган славы! Ураган славы! Ураган славы! Ураган славы! Ураган славы! Высвобождаем! 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 Свет приходит! Свет приходит! Свет приходит! Свет приходит! Ураган Божьей славы над Россией! 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 Ураган Божьей славы! Ураган, ураган, ураган неба, ураган неба, ураган неба. Высвобождай, ураган неба, высвобождай, ураган Божьей славы, ураган чудес, ураган Божьей славы, ураган чудес. Высвобождаем ураган, 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 ураган Божьей славы, ураган Божьей славы над Россией, ураган Божьей славы над Россией, ураган Божьей славы над Россией, ураган Божьей славы, истуканы падают, истуканы падают. Истуканы падают, разбивай истуканов, разбивай истуканов, разбивай истуканов, разбивай истуканов, истуканы падают, истуканы падают, разбивай истуканов, избивай истуканов, Божья слава. Божья слава над Россией! Божья слава над Россией! Божья слава над Россией! Нет пути назад! Божья слава над Россией! Божья слава над Россией! Разбивается! Истуканы падают! Падают! Дух религии! Дух коммунизма! Дух религии! Дух коммунизма! Дух религии, дух коммунизма падает, он слабеет, он падает, и он слабеет, он падает, и он слабеет, он падает, и он слабеет. Ураган Божьей славы, ураган Божьей славы, ураган Божьей славы над Россией, над Россией, над Россией. Захвати Россию, захвати Россию, захвати Россию, ураган, 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 высвобождай, ураган, 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 ураган над Россией, ураган над Россией, ураган Божьей славы. Ураган Божьей славы!
Prophesy in the spirit, in the spirit,
Землю! Ритм сокрушает
единство Духа! Единство Духа! Сейчас в духовном мире Америка соединяется с Россией в одном духе! В духовном мире Америка соединяется с Россией в духе! В духе! Мост этой войны! Мост этой славы! Мост этого величия! Мост его любви соединяет Америку и Россию! Мы освобождаем суд Бога над Россией.
орудие, Господь. Вступись, Господь, за Россию. Вступись, Отец, за Россию. Вступись за эту землю Саваоф. Вступись за эту землю Саваоф. Вступись за эту землю Саваоф. Правосудие. Ангел правосудия. Суд Бога над Россией. Огонь, огонь, который несет суд, огонь, который приносит суд для врагов, огонь уничтожающий для его детей, огонь его славы, огонь и правосудие, огонь и правосудие Бога, огонь и правосудие, правосудие, мы просим правосудия. Мы просим правосудия, Господь. Мы стоим за эту землю в проломе. Мы стоим за эту землю в проломе. Мы молим правосудия, Господь. Правосудие над Россией. Правосудие. Правосудие высвобождает больше ангела. Высвобождает. Правосудие Бога. Правосудие над Россией. Над Уралом. Правосудие огня. Огонь, 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 пожирающий огонь. Пожирающий огонь. Мы высвобождаем огонь Святого Духа. Огонь Святого Духа. Он сжигает всех врагов. Он сжирает всех врагов. Правосудие и огонь. Правосудие. И огонь провозглашай правосудие над землей, правосудие Бога, правосудие Бога, правосудие Бога, правосудие Бога, правосудие Бога, правосудие Бога над Россией, над Россией, правосудие, 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 правосудие Бога. Правосудие Бога! Правосудие! Мы требуем! Мы требуем! Мы требуем! Мы требуем! Правосудие! Правосудие! Мы требуем! Мы становимся пролом! Мы требуем! Мы становимся пролом! Мы требуем! Мы требуем! Правосудие! 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 Правосудие, правосудие, правосудие неба, правосудие, правосудие неба, огонь, 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 огонь правосудия, огонь его судов, огонь его судов. Мы высвобождаем суд над всей нечистью, суд над всей нечистью. Суд над всей нечистью. Божий суд над религией. Божий суд над религией. Божий суд над коммунизмом. Божий суд над коммунизмом. Божий суд и огонь. Божий суд и огонь. Мы как невеста. Мы вступаем в власть. Мы вступаем в права, мы освобождаем суды Бога над этой землей. Суды Бога, они уничтожат эту нечисть, которая пытается противостоять движению Бога, правосудия. Суды Бога, суды Бога, суды Бога. Мы высвобождаем огонь Его славы, огонь правосудия, огонь, который пожрет эту нечисть. Мы высвобождаем. Правосудие! Правосудие! Мы требуем! Мы требуем! Мы требуем! Правосудие! Мы требуем! Правосудие! Мы требуем! Правосудие! Востребуй! 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 Востребуй правосудие! Слишком долго мы были ущемлены! Слишком долго нас обворовывали!
слишком долго над нами издевались. Правосудие, Бога, правосудие, правосудие над духом религии, правосудие. Этот монстр больше не будет уничтожать людей. Правосудие над этим монстром. Правосудие, правосудие, правосудие. Подними свои руки к небу и требуй правосудия. Суды Бога, суды Бога над Россией. Огонь Его славы, огонь Его судов. Огонь Его славы, огонь Его судов. Champions, hear the sound
Поднимайся! 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 Поднимайся выше! Славу Бога! Славу Бога! Славу Бога! Славу Бога! Поднимается Россия! Поднимается народ! Поднимается Россия! Поднимается народ! Поднимается с колен! Поднимается с колен! Поднимается с колен! Поднимается с колен! Россия! Великая держава! Никто больше не поставит тебя на колени, потому что ты принадлежишь Богу. Ты земля Бога. Ты земля Бога. И дьявол, он побежден. Начинается новая эра в России! Начинается новое движение Бога! Начинается новая сила и слава Бога! Через детей Его! Через тех ненормальных, которые решили идти до конца! Начинается новая эра для России! Новая эра! Вступай в нее! Вступай в нее! Новая эра для России! Начинается все меняться! Приходят чудеса! Приходит знамение, приходит слава, приходит истина, приходит Христос. На Россию спускается слава Бога. На Россию спускается слава Бога. Ангелы, ангелы, миллионы ангелов несут славу Бога. На Россию, на Россию, на Россию, на Россию. Слава Бога. Слава Бога! Слава Бога! Слава Бога! Слава Бога! То, что будет происходить в России, еще не происходило ни на каких клочках земли. Господь приготовил особенное для России, особенное для славянского народа, потому что это тот народ, который больше всего был порабощен религией, который больше всего стоял на коленях, который больше всего уничтожался, на котором больше всего крови. Господь очищает, осушает, исполняет свое слово. Он высвобождает. Высвобождает, высвобождает свое слово на Россию, на Россию, на Россию, на Россию. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Духовный танец.
сейчас время для танца, танец войны. Слейся с Духом, пусть Дух поведет тебя. Дай ему сейчас двигаться твоим телом, потому что это будет танец войны. Твое тело имеет язык, твое тело имеет духовный язык. И когда Дух Святой завладевает твоим телом, Господь ведет сражение. Соединяйся с Духом. Высвобождай. Высвобождай войну через танец. Через танец. Через движение. Дай ему сейчас двигаться через тебя. Дух Святой будет высвобождать танец через тебя. Это сверхъестественный, это духовный танец, где сам Дух Бога будет сражаться через тебя. Сам Бог Саваоф будет сражаться через тебя. Hey!
высвобождают войска ангелов. Высвобождай твоими движениями, высвобождай. Новая свобода над Россией. Новая свобода над Уралом. 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 Новая свобода над Россией. Thank you.
революция поднимается, поднимается дух революции в этой нации, дух революции, он поднимается, он поднимается, он поднимается, он поднимается, он поднимается, поднимается, он возбуждается, он возбуждается, он возбуждается, он возбуждается, он возбуждается. Дух революции высвобождается, дух революции высвобождается, дух революции высвобождается, дух революции высвобождается, 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 высвобождается. Он поднимается, он поднимается, он поднимается, он поднимается, он поднимается. Свобода, свобода, свобода.
свободу в нашу нацию, свободу в нашу нацию, свободу в нашу нацию, свободу, 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 свободу в нашу нацию, свободу в нашу нацию, свободу в нашу нацию, свободу, свободу, поднимай, поднимай его, поднимай, 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 Иисус, сынов и дочерей, которые носят твою славу, которые ходят в твоей силе, которые не боятся, которые не боятся, которые будут вставать, которые будут вставать, которые поднимет свой голос, которые поднимет свой голос, которые поднимет свой голос. Ау! Они не будут молчать, они не будут молчать, они не будут молчать. Они будут молчать, они будут кричать, они поднимутся, они поднимутся, они поднимутся, они поднимутся, они встанут, они встанут, они встанут. Правосудие твое будет высвобождено, правосудие Бога будет высвобождено, оно будет над нашей нацией, оно будет над нашей нацией. Правосудие, 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 правосудие в нашу нацию, в нашу нацию. Ничто не устоит, ничто не устоит, ничто не устоит, ничто не устоит, ничто, ничто. Свобода, 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 свобода. Бери, 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 бери ее, живи в ней, бери ее, живи в ней, бери ее, дыши. Дыши ей, дыши ей, дыши ей, дыши ей, дыши, 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 дыши свободой, 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 дыши свободой. Дыши, 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 дыши свобода, дыши свобода, дыши свобода, дыши свобода, дыши свобода, живи 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 свобода. Твои люди, Иисус, это твоя церковь, Иисус, поднимается, поднимается, это твоя нация, это твой город, это твоя нация, это твой город, это твоя нация, это твой город, это твой город, это твой город, это твой город, дыши на него, дыши на него. Дыши на него, дыши на него, дыши на него, твоей свободой, твоей свободой, твоей свободой, твоей свободой, твоей силой, твоей силой, твоей властью, твоей силой, твоей властью, Иисус, это твой город, мы заявляем, мы провозглашаем, это твой город, это твоя нация, это твой город, это твои нации. Это твой город, это твои люди, это твоя церковь, это твоя церковь, это твоя церковь, это твоя церковь, это твоя победа, это твоя победа, это твоя победа. О, спасибо, спасибо, спасибо тебе.
Спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. Воздай ему славу, воздай ему славу, воздай ему славу, русский. Давай, давай, за Россию, за Россию, за Россию. Давай, 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 поднимай, подними, подними. Спасибо, спасибо, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус, за свободу. Спасибо тебе за то, что ты будешь делать. Мы услышим, мы увидим. Эта нация, она будет изменена. Она будет изменена. Она будет изменена. Be the same anymore. Yes, Lord. Thank you, Lord, for victory. We thank you, Lord, for victory. Thank you, Lord, for victory. Give glory. Glory. Сейчас мы кое-что сделаем. Можно немножечко потише, чуть-чуть? Чуть-чуть потише. Держите ритм. Ну, потише, держите ритм. Значит, что мы сейчас будем делать? То, что просто Бог мне это реально показал в дух, и я знаю, это сейчас приведет полный хаос в лагерь врага. Книга Судей, 7 глава. Мы будем делать то, что делал Гедеон и его воины. Поэтому я знаю, что после этого реально, я знаю, атмосфера прочистится. Я зачитаю 7 глава. Книга Судей. Гедеон и с ним 100 воинов добрались до края лагеря в начале средней стражи. Сразу же после того, как сменили часовых, они затрубили в трубы и разбили кувшины, которые были у них в руках. Это что мы сегодня делаем, мы разбиваем кувшины, то есть мы отлаживаем наше человеческое понятие, нашу человеческую логику, мы это разбиваем. И мы просто берем и ведем войну методом Бога. Это то, что мы сегодня сделали. Тогда все три отряда затрубили в трубы и разбили кувшины, держа в левой руке факелы, в правой руке трубы, в которой они трубили. То есть у нас есть Дух Святой, у нас есть звук, у нас есть трубы. И они закричали: меч за Господа и за Гедеона. Каждый человек стоял на своем месте вокруг лагеря, и все мадианитяне метались, крича на бегу. Когда затрубили 300 труб, Господь сделал так, что все, кто был в лагере, обратили свои мечи друг на друга. Войско бежало до самой Бевшиты, к Царере, до самой границы. И они разбили мадианитян. То, что мы сейчас будем делать, мы будем наносить поражение окончательно в лагерь врага. То есть, что мы сейчас будем делать? Просто держите ритм, да? И на счет три просто трубите в свои трубы, и мы будем кричать: меч Господа, меч за Господа и за Россию. И будем просто провозглашать: меч за Господа и за Россию. И я просто увидела в духе, что это реально принесет им поражение. То есть это смутит врагов, они просто сами себя начнут уничтожать. То есть мы сейчас будем провозглашать. То есть я говорю на счет раз, два, три, да, начинайте трубить. Как только они заканчивают трубить, мы все вместе: меч за Господа и за Россию. Договорились, только это должно быть в единстве. И мы будем провозглашать, пока мы реально не почувствуем изменения в атмосфере. Вы готовы? Вы еще не потеряли голоса? Силы еще остались? Thank you, Jesus. Раз, два, три. За Господа и за Россию! Меч за Господа и за Россию! Меч за Господа и за Россию! Меч за Господа! Thank you.
Мы пророчествуем,
Россия для Господа! Россия для Господа! Она уже полностью выиграна в этой войне! И Россия теперь Господа! Россия – земля Господа! Россия – земля Бога! Бога! Россия, земля Бога! Россия, земля Бога! Yes! Россия, земля Бога! Россия, земля Бога! Россия, земля Бога! Провозглашай! 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 Бога, провозглашай, провозглашай, пророчествуй, 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 пророчествуй. Россия принадлежит Богу, славянский народ принадлежит Богу. Революция свершилась, теперь Россия – земля Бога, Россия – земля Бога! Россия! Земля! Бога! Давайте просто прославим Его. Just clap your hands and pray His name. Славьте Его. Мы знаем, там уже атмосфера поменялась. Just praise Him. За открытое небо, за новую волну. Прославь Его. Прославь Его. Прославь Его. Хотел открыть дверь, то кто сможет держать ее закрытой? Кто сможет устоять, если Господь запланировал что-то? Мы знаем, мы просто знаем, что с сегодняшнего дня над Россией уже другая атмосфера. Я верю, что когда пастыря вернутся, они привезут с собой кучу свидетельств о взрыве Его славе. Я знаю, что этот дух, он был поражен сегодня. Пока мы это физически не видим, но это уже случилось. Это случилось, этот дух уже поставлен на колени. Поэтому давайте прославим, и мы закрепим нашу победу. Просто выдайся Ему в славе. Закрепи твою победу.
Иисуса победы! Come on, worship, worship, worship! Worship, worship, praise them! Praise them, praise them! Let joy fill this room! 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 Worship! We thank you, Lord! We thank you, Lord! We dance! We dance! We dance! We dance before you! We dance before you! We dance! We dance, Lord! Jesus, we praise you, Jesus, we praise you, Jesus, we praise you, Jesus, we praise your name, 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 we praise your name. Чудес в России, взрыв славы, взрыв пробуждения, взрыв, 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 Господа, из России. Аминь.